Дедвуд. Да, набивка масла. Масло в Дедвуд. Да. Дедвуд балсамика, да. Третий этап нашего путешествия из Петербурга в Керчь. Экипаж не изменился, на борту все те же. Я, Алексей, наш организатор поездки Игорь Алексеевич Баврин и Юра, капитан. Нам осталось пересечь рыбу. Планировали выйти буквально в эти дни. Сегодня ветер до 15 узлов и порывы до 25, поэтому в рыбе так надо болтать будет, что как-то мы не решились пока выйти. Так что готовимся, закупаем продукты. Игорь Алексеевич притащил навесной двигатель большой, который мы затащили внутрь. Ну, не знаю, установить его не удалось, так что он у нас такой как балласт дополнительный. Так что вот так скоро отправляемся. Пляж Череповцы на Шексне. Как в Таиланде прямо. Сегодня 16 мая 2017 года. Мы находимся на берегу реки Шексна. Сзади от нас храм Рождества Христова, основанный в 1789 году Петром I, восстановленный в 90-х годах. И где-то в 500-600 метрах от нас находится наш ССП-82, наш стремительный лайнер, которым мы бросимся в третий этап нашего похода в Керчь. Фактически мы уже готовы. Пароход стоит под парами, и завтра с утра, я надеюсь, мы начнем наш путь в Рыбинское пограничье. И дальше по каналам Рыбин, Морян, цели нашего замечательного путешествия. Пятый канал телевидения предлагал нам участвовать в нашем проекте, их аппаратурой, для того, чтобы мы вели трансляцию. Но пока ничего не срослось, и, возможно, в Ярославле нам представится такая возможность, а аппаратура будет передана. Но так что стоим на берегу, ждем завтрашнего утра и готовимся к выходу. Экипаж все тот же, все готовы и радостно ждут этого момента. Пока. Как здорово отсюда смотрится эта церковь. Интересно, что местный таксист, когда ему сказали, что церковь основана в 18 веке, сказал, что это новодел и поставил ее какой-то местный барыга в 90-х годах, замаливал свои грехи. Удивительно, до чего у нас народ не любит благотворителей. Игорь, ну что скажешь перед выходом в море? Одно, чтобы и завтра была такая же погода, как сегодня, чтобы мы наконец-то пошли. Но сегодня ожидали сильный ветер, но вот как ни удивительно, погода прекрасная, тихо, спокойно, и мы наслаждаемся прекрасным видом. Это Юра, чудесная как всегда, церковь. Говорил, шторм. Посмотри, наведи, посмотри, какой штиль на... Ну, возможно, что ночью так и будет. Венгуру сейчас показывает шторм на ночь. Камень череповчанам, проявившим мужество при устранении последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Интересно, откуда здесь лыжная база на берегу? Я бы еще понял, лодочная база.
Это буксир-толкач, мы уже знаем. Баржу толкает перед собой. Сейчас это самое, запустим главный, лучший ход, я отстрою. Чего? Ну чё, там надо подтягивать аккуратненько. На крутящемся вале, я же не зажал до конца, как надо. А, ты пока шприц еще не поставил, да? Их там не было. Я подтянул, подтянул, но не зажимал. Ну понятно. Так что сотрудник, власть, всё, посажен, но не дотянут. Сейчас надо выпустить главный, включить ход, и на переднем ходу посмотреть, как вал крутится, но не отрубит пока. Масло забито туда, сколько надо. Ну проход подготовлен к выходу? Он был подготовлен к выходу, еще летом прошлого года. Но, как выяснилось, были несоусные грибной вал и вал двигателя. В результате шло напряжение на подшипнике редуктора, и вот все проблемы, как я понял, были от этого. Так? Как вам сказать? Отчасти. Отчасти. Ну, надеюсь, сейчас все устранено, и мы полетим стрелой. Я тоже надеюсь. Стремительным домкратом. А то винт вкручивать будут. Его надо еще и вкручивать. Я понимаю, что это будет делать двигатель. А мы будем помогать. Кривым стартером. Нет, кривым нельзя, надо только прямым. Ну что, утром выходим? Однозначно. Ура, наконец-то завтра выходим в море. Наш пароход уже стоит под парами. Вот он, родимый. Готовность номер один. С утра с первыми лучами солнца вылетаем. Эта псина нас провожает, вот смотрит на нас печально. Готовность number one. 17 мая, 9 утра перед отходом. Какое мая? 17. Все, выход в море. Прощай, клуб «Адмирал». Да здравствует Керчь. Вот именно, не надо народу. Впереди
Рыбинское море. Вот оно. Тишина, спокойствие, тишь, благодать. Море, Рыбинское водохранилище. Вышли в 9, сейчас 8 вечера. Пока не видно ни конца, ни края. Уже закат приближается. Земли не видать. Закат на Рыбинском водохранилище. Подъем идет. Да. Глубины. Фарватер старый пересекаем. Где была деревенька? Здесь. Ну, лога. Андрюха Берница на предки здесь. Thank you.
бросим якорь и встанем на стоянку. Отходим от судового хода. Семнадцатое мая, 8 утра, входим в городок Рыбинск. Рыбинское прошли. О! Игорь Алексеевич доволен. Рыбу прошли без приключений. Одно маленькое-маленькое, то, что посреди водохранилища было. Что-то заклинило, но ничего, постояли чуть-чуть, что-то там закачали масло и все нормально, пошли дальше. Помощи бывалки какой-то матери. Ну, да. Ну, как обычно. В Рыбинске. Первый наш шлюз в этом году. Это, видимо, мать Родина. Как она будет тормозить? Наверное, даже тут не садится, вот только сейчас там. Ну да. Дальше, но... Веревку здесь, веревку-то куда ты вынимаешь? Оставь веревку, скажи, нету. Ну все. Ну так все. Вот так. Дальше не идет. Смотри, где первая рыба. Готовься! Быстро очень идет. Загнал сильно! Юра, тормози! Готовься! Закручивай! Блин! Тихо, 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 тихо.
Теперь на этом шлюзе будем спускаться вниз. Ну вот, за шлюзом Волга-матушка. Спускаемся вниз, все. Волга. Но на самом деле считается, что немножко ниже начнется Волга, но официально она уже здесь. Дождик пошел. Какой-то приток. Это еще Рыбинск. Ну все, похоже, мы уже идем по Волге. Здесь Волга впадает в Шекснул. Вот слева мы приток, это Шексна.
немножко не понял Юру. Волга впадает в Шексну, он сказал. Но становится дальше Волгой. Как это понять, непонятно. Красота неописуемая. Что это за замок? Сейчас Юра все расскажет. Где звонарь-то, я не вижу.